9 мая – День Победы, священный для всех, в память о защитниках Родины. Наш народ отстоял свободу и мир. Этот героический подвиг навеки овеян славой. Саратов – город трудовой доблести. Весь Саратовский регион – мы все будем помнить о мужестве и отваге наших земляков. Уважаемые участники, ветераны войны, труженики тыла, низкий вам поклон и глубокая благодарность за мирную жизнь. Поколение победителей всегда будет примером преданности, самоотверженности, огромной любви к Отечеству. С праздником! С Днем Победы!